Сегодня нас пригласили в Qatar Foundation. Qatar Foundation – это организация, которая развивает науку, образование, искусство внутри Катара и за границей. Руководитель этой организации – сестра нашего эмира, шейха Хинт бинт Хамад Аль-Тани. Сегодня, дай Бог, мы ее увидим. Саадат шейха Хинт бинт Хамад Аль-Тани, наиб раис маджлис идарат муассисат Катар ва раис аль-танфизи. Асхаб ас-саада сейдат. الدراسات الميدانية الطبية في قطر على أساس تكون من قطر العالم وما نطلقتنا من أوروبا وأمريكا الدراسات الميدانية العلمية الابتكارية نقول هذا النموذج القطري هاي النموذج الكوري هاي النموذج الياباني هاي النموذج السنغافوري هل واحد في العالم العربي بهالطريقة ما عندي شيء كنا غدا بنظرية قريبة مبروك عليكم وعليكم عقد Я поговорил с шейхом Хинт бинт Хамад Аль-Тани сегодня. Мне было очень сильно приятно. Она меня спросила, как так получилось, что я изучал русский язык. Я же ей объяснил, что я очень любил этот язык и культуру России. Самое приятное, что вот самые высокие людьми в Катаре, сестра наша Амира, когда они с нами разговаривают, мы, катарские народы, мы не чувствуем там никакой барьера. Они с нами так открыто, так добро разговаривают, как будто мы все одну семья. Поэтому, катарские народы, мы очень сильно уважаем и ценим наш монарх. Все подумали, что нас привезли в библиотеку, а на самом деле нас привезли на огромный конеплеменно-заводческий супер-мега-гипер-эмирский комплекс. И это только малая часть. Это уличный стадион, или как там их правильно называется? Загон. Загон. Это не ипподром, нет, не ипподром. Это, ну, как называется, хрень, где лошади горцуют. Короче, вот оно. Горцевальня. Да, плац. А есть еще внутри помещения, а есть еще специальные королевские конюшни, вон они там видны. А есть еще место, где они их выращивают. И, короче, здесь все про лошадей. Да. Ну и 150 лошадей каждый год ксерят. Посетили мы манеж, денег тут хоть жопы ешь. Кто такой маленький? Кто Хабиб, а? Кто Хабиб такой? Кто такой хороший? Кто такой красавчик вообще, а? Кто такой красавчик маленький? Yani, для катарского и для арабов лошади – это вообще любовь есть с детства и с истории. Да, автомобиль, да, когда это все не было, мы очень сильно всегда было отношение с лошадью. И потому что тоже самые красивые лошади сегодня по всему миру считаются арабские лошади, они самые красивые. The horse food, you like this? Yeah, show only this part. Тёма лепит салфаки быстро, запросто, с руки. Если б я имел коня, я бы сидел тут пальцы гня, посещал бы скачки, гордый до усрачки. Бежит лошадь по дорожке, а за ней пуд говна. Видимо, она немножко, так сказать, удивлена. Thank you.
Ты видел картину Петрова Водкина «Купание красного коня»? Коней надо купать, потому что они тоже, как и люди, хотят ванночку и хотят быть чистыми. И посмотри, какая лошадь это выйдет. Она выйдет счастливая, румяная и пахнущая свежим бассейном. Давай, Хабиб, мокрый какой. Мокрый. А, дождь покупался, чувствую на себе. Да. Тебе же понравилось? Да. Катара, проверяем систему возврата книг. Есть такой вот аппарат, туда можно засунуть книгу, я ее спиздил с полки на втором ряду там слева, и она должна туда приехать, типа через пару минут обещается. Я взял какую-то случайную книгу под названием «Родина», но чтобы точно знать, что это наша книга и что с ней все хорошо, я, допустим, положу туда 10 реалов. Она уехала. Пошли туда ее возьмем. Заодно наши денежки заберем. Пока мы идем к этой полке, я думаю, что книжка примерно с такой же скоростью едет под полом. И мы сейчас придем туда, и она должна приплыть к нам в руки. Библиотека, в принципе, неплохая, но здесь есть несколько охрененных решений. Например, совершенно охрененное решение – это система вентиляции, которая встроена прямо в лестницу. Вот это вот прям реально охрененная находка. То есть они не стали делать отдельных вентиляционных шахт, они просто совместили две вещи в одной, и это прям вот охрененно. То, что здесь есть решение очень сомнительное, это вот археологические раскопки в центре, это прям да. А вот это прям... Так, пошли. Книжка уже может быть в пути. Вот наш лифт, потому что я спиздил книжку отсюда. Я уже слышу, что включилась какая-то электрика под полом, это значит конвейер заработал. Я думаю, что через несколько секунд книжка должна появиться здесь. И это, кстати, объясняет то, как они здесь утверждаются, что здесь миллион книг в библиотеке. И они их раскидали по полкам именно вот через такую систему шкафов доставочных. Эти шкафы такой же ширины, как и книжные полки, что очень удобно. В некоторых других библиотеках, как мы знаем, книжки могут на полку возвращаться несколько дней, а тут они возвращаются за 2 минуты. Так, вот она. Так, отдайте нам наши 10 реалов. Вообще нельзя открывать, но я открою. Та-дам! Сегодня пригласили нам к нашему другу, мой друг свадьбы, так что мы поедем там, и что там будет, вы видите это на следующей неделе.